на своем последней вещи наступает. Ну, что это за вещь? Сейчас что-нибудь вытащим из каких-то закромов. Из закро... Чего? Так, никаких огней, никакого гололёда, скажу вам ультимативно, будет то, что будет. Суеты, то ли это боязнь высоты. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы все время так далеко? Если мог чей-то дом над землей парить, почему моему это не повторить? И плачущий пес, никто не знает, что мой дом летает, а только бы ветер далеко не унес. Значительно легче стало дышать, и вот и все, что нужно было решать. А все-таки чем-то таким грешу, что не поддается карандашу. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы опять от меня далеко? Даже здесь, в этой области неземной, вы опять не рядом со мной. Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, о, только бы ветер далеко не унес. Вот так я пела, а ты кивал, а ветер нас относил в океан. Но как бы ты ни был самолюбив, я не из породы самоубийц. О, друзья мои, дышащие легко, вы опять далеко. Даже если отважусь я на прыжок, кто постелит в нузу лужок? Не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, о, только бы ветер. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо.